Представьтесь, пожалуйста. Да, я представился, еще раз, пожалуйста. Да, пожалуйста. Участковый инспектор, капитан милиции, полк Иван Леонтьевич. Да, скажите, причина ваша. А что, объясните, пожалуйста, я вот не пойму, что за накидки такие, что за акция какая-то проходит. Может, расскажете, кто вы такой, тоже представьтесь, будьте любезны. Да, вот, смотрите, у меня есть бейдж, перепишите, пожалуйста. Хорошо, ваши сотрудники уже это переписали. Сейчас запишем, вопросов нет. Да. Я не знаю, кто записывал, я вот здесь несу службу, вот такое увидел. А вы скажите, вот эти сотрудники несут службу, а могут они не сниматься? Можете? Я отвечаю за себя. А вот за вот эти? Секундочку, давайте познакомимся. Давайте. Я же представился. Давайте. Еще раз, фамилия, имя, отчество. Ну вот здесь написано. Ну вы озвучите. Ну вы написано, но... Нет, я читать буду, я попросил назвать, я же назвал свою фамилию, имя, отчество. Андриенко Владимир Денисович. Ну вот, видите, в чем проблема была назвать. Алло, слушай, тут вот наши милиционеры так получилось, да, из Ирана, Владимир? Старший лейтенант 8. А, значит, да, Владимир Денисович. Да. И, ну, спросите, ну, вот представьтесь, ну, а какую организацию предоставляете? Белорусский хельсинский комитет. Ну, пора бы уже, наверное, выучить. БХК. На основании устава Белорусского хельсинского комитета мы осуществляем гражданский контроль за данным массовым мероприятием. А да, какое массовое мероприятие? Марш студентов, вы тоже, наверное, об этом знаете и читали, и давайте не будем играть здесь, да, друг так, друга. А вы работаете где-нибудь? А я не обязан отвечать на Почему? Данный вопрос, а потому что вы сейчас не составляете протокол, и это не имеет никакого отношения к делу.